Если хочешь быть здоровым, считай шаги. Как минимум 10 тысяч в день рекомендуют специалисты. Чтобы поставить ходьбу на счетчик, можно воспользоваться мобильным приложением или совершить оздоровительную прогулку по специально разработанному маршруту. От Стерео до Северного Молла пролег путь сторонников активного образа жизни. Их собралось не менее сотни. Мы отсидели пары и всегда рады пойти по здоровому пути и направить других. Одними из первых к оздоровительной акции примкнули медики. Будущие и действующие, они-то точно знают, ходьба – залог отличного настроения и самочувствия. Такое хорошее настроение, такая бодрость. Обязательно надо ходить. Солнышко село, не жарко. Иди, наслаждайся хорошей погодой. Это тренировка сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, выброс гормонов. В процессе ходьбы можно решить насущные проблемы со здоровьем, задать медикам интересующие вопросы, получить квалифицированную консультацию куда приятнее во время прогулки, чем в кабинете. Эта идея родилась после пребывания здесь федеральной акции «Волна здоровья», которую нам привез Лео Антонович Бакерия. И она состоялась в городе Сочи 2 сентября. И в разговоре Лео Бакерия с главой города, глава все время поддерживает вот такие интересные акции, такие социально значимые. 10 тысяч шагов к жизни сочинцы организованно будут совершать каждую пятницу. Старт в 17 часов. Разработано 12 маршрутов. Акция проходит во всех четырех районах города. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.